Сергей Баулин и Юрий Севастьянов. Идем. Я очень надеюсь, что вы хотите услышать имена всех наших музыкантов, чтобы всех нас найти вместе. Вы знаете, кто мы уже. А теперь по отдельности. Сергей Баулин, тенор-саксофон. Юрий Севастьянов, тенор-саксофон. Андрей Красильников, альт-саксофон. Вагем Султанян, альт-саксофон. И главный. Роман Соколов, саксофон пароход. Александр Мурашкин на электрогитаре. Роман Салмасов, правая рука Александра Зингера. И Александр Зингер, левая рука Романа Салмасова. Сергей Гемазетдинов, Антон Гемазетдинов и Андрей Лавриненко, группа наших. На трубах для вас играл сегодня Павел Иванов, Владимир Смирнов, также я, Анна Левковцева за роялем. Пела с нами Дарья Антонова. Друзья, мы вынуждены подходить к концу, так как примерно через час у нас уже поезд. К сожалению, мы хотели бы закончить замечательной мелодией Харальда Арлена. Никаких бутылок больше. Эта мелодия называется «Blues in the Night», что значит «блюз этой ночью». И этой мелодии мы хотели бы вам пожелать хорошего вечера, спокойной ночи. И, конечно же, доброго утра. Если вдруг не увидимся, конечно. Итак, Blues in the Night.
друзья. Самый большой, самый главный. Спасибо вам огромное. И до скорых встреч. До скорых встреч. Друзья, подводя черту, подводя, может быть, промежуточный итог под концертом, мне бы хотелось сделать следующий вывод. Совершенно верно. Америку мы догнали по всем статьям. И все это благодаря большому джазовому оркестру Петра Востокова. Здравствуйте, дорогие друзья. Моя фамилия Янков Леонид. Брат мой здесь, который имеет отношение сегодня к этому оркестру. Ну что я хотел? Во-первых, я сегодня хотел поздравить всех музыкантов, абсолютно. Я, кстати, тоже из Москвы, поэтому я немножко знаком с этим оркестром. Всех хотел, ребята, большое спасибо. Очень большое спасибо всем, всему оркестру. Но сегодня здесь в оркестре, кстати, присутствуют и мои друзья, с которыми я когда-то и работал. Это два великих тенориста. Лестер Янг и Бен Вебстер. Я хорошо, я преподаю историю джаза. Кстати, сегодня здесь есть и мои ученики, это и Даша Антонова, я тебя целую. И здесь и Володя Смирнов. Спасибо, кстати, вы прекрасно сыграли. Огромное спасибо. Но я еще хотел вот что сказать. Может быть, все поняли, что сегодня звучала музыка начала 30-х годов. Это не так-то просто сделать. Это очень сложно. И хотел бы сказать особенно большую благодарность ребятам, которые сегодня пели. Это не так просто быть инструменталистом и вокалистом. Ребят, спасибо большое. Спасибо за этот прекрасный концерт. Оркестру большое спасибо. Петя Востокова, большое спасибо. Мы с ним тоже вместе когда-то работали. Дорогие друзья, выражаю надежду, что сегодняшний концерт действительно создал вам на ближайший вечер и на завтрашний день поистине праздничное настроение. С наступающим праздником вас. Всего доброго.